значит, действительно вылетел один из них. И чтобы не было повторной травмы, вот к здоровому пальцу завязывает. Вы знаете, Базари дали, Базари, но с удержания не уйдет. Довольно уже улыбается фактически Уена, понимает, что она сбила дыхание у голландки. Посмотрите, как натянута рука. Своим боком буквально ее растянула, вдавила в татами. Четко реагирует на все атаки. И голландцы не сумели отпраздновать победу. А новый чемпионка мира японка выиграла фактически у всех. У всех чисто. А здесь полпобеды оценили ее бросок. Голландка еще успевала даже посмотреть на реакцию арбитров. Оценить, насколько упала. Маленькая Уена, а какая ловкая и сильная, а? Ну что ж, друзья, у нас короткая пауза.